Дима, номер 12. Ой, хороший, высокий бэкфлип. Доброе утро. Меня зовут Мельников Даниил, я прорайдер команды Gorilla Энерджи Россия. Приехал первый раз к вам в гости, замечательный Шымбулак, отличная погода, прекрасные горы. Что же нас сегодня ждет? Это контест по бигейру и по джиггингу. Огромный призовой фонд, много участников. Круто, что сегодняшнее мероприятие соберет много народу и ребята покажут уровень. Сегодня у нас очень крутой контест Gorilla Winter Jungle в категориях Big Air и Jibbing, Snowboard и New School. К сожалению, ньюскулеров у нас не так много, поэтому мы всего впятером катались. Вот. А конкуренция была, не без этого. Конечно, не так, как у сноубордистов, но все же было сложно. Сегодня я выкатил новый для себя трюк KORG-7. Разумеется, это меня очень порадовало. Я очень доволен своими результатами сегодняшними. На этот ивент к нам приехал гость из России, Александр Смелов. Он до этого приезжал на универсиаду, то есть я с ним катался в дисциплине слопстайл и бигейр. Очень сильный райдер, показывал хороший уровень, хорошие трюки. То есть, в принципе, это полезно, когда такие ребята приезжают к нам на ивенты. Меня зовут Александр Смелов, я с России, город Екатеринбург. В Казахстане уже второй раз. Первый раз мы были на универсиаде, было прикольно. Все понравилось, познакомились с местными ребятами, со Степаном, Жамартом, Сакеном. В Казахстане есть проблема с парками, и поэтому ребята не всегда тренируются. Чтобы показывать очень хороший уровень, нужно постоянно тренироваться в хорошем парке, за которым всегда должны наблюдать люди, рытрачить и ухаживать за ним. Спасибо большое, кстати, Горилле за то, что они сделали в этом году очень классный парк. Мы хотя бы в этом году начали тренироваться и кататься. До этого у нас последний парк был года так 4 назад. Прогресс идет очень медленно. То есть ребята прыгают только в подушку, а чтобы отрабатывать приземление, нужны парки. То есть нужна практика постоянная. Надеюсь, что уровень будет расти у ребят. То есть с каждым годом будет все больше райдеров кататься. То есть будут сложнее трюки, стабильнее, интереснее, амплитуднее. И очень хочется, чтобы мы приезжали в Россию, в соседние страны и показывали очень крутой уровень там. Насколько я знаю, не так часто проходят такие ивенты, поэтому круто, что данное мероприятие под флагами Gorilla Energy собирает лучших спортсменов и делает серьезный вклад для развития сноубординга и горных лыж на Шымбулаке и в Казахстане в целом.